Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Газизов Марат, компания «Альпари» в Санкт-Петербурге. Продолжая свой ежедневный обзор финансового рынка, торговля без индикаторов. Традиционно начинаем. Традиционно начинаем наш обзор с календаря предстоящих событий. Ну и, конечно же, хочется попросить вас отобразить качество звука, картинки. Есть ли проблемы с вещанием у меня? Видно, слышно ли меня? Если все нормально, то мы продолжим тогда наш семинар сегодняшний. Надеюсь, что все нормально, да? Хорошо, поехали. Значит, экономический календарь. Сегодня у нас вторник, 9 число. Вот, буквально через полчаса будет публикация данных по Великобритании. Я считаю, что это достаточно серьезные новости в связи с тем, что британцы очень любят реагировать на свои стат-данные. Но прежде всего, конечно, торговый баланс. Вот даже вот в своих отчетах по экономическим показателям, вот здесь вот проявляется шовинизм Британии. Посмотрите, есть отдельные показатели торгового баланса странами вне ЕС. То есть есть общий торговый баланс, а есть торговый баланс со странами вне ЕС. Не знаю, может быть, есть этому экономическое обоснование, но тем не менее. Значит, показатели этот ждут, собственно говоря, на уровне предыдущих показателей, даже некоторого ухудшения, но я считаю, что сейчас, вот буквально в течение 20 минут, рынок все-таки британец отреагирует на эту новость, в зависимости от того, насколько они будут хорошими либо плохими. Это что касается сегодня Великобритании. Хочу обратить ваше внимание на показатели Германии, которые были рано утром, в 10 часов утра. Посмотрите, практически провальные данные. Это и экспорт упал, и импорт упал. Экспорт даже вообще в отрицательную зону свалился, если там был показатель роста небольшого, то здесь вообще промышленное производство в отрицательной зоне оказались, то есть хуже даже, чем предыдущие, хотя ждали рост. То есть Германия, естественно, я заострил ваше внимание на эти показатели, ну и, соответственно, это не помогло, не помогает евро в текущей ситуации. Дальше смотрим, завтра среда, в среду ждут, естественно, выступление Джанет Йеллен, но вот в 6 часов анонс все-таки вышел, в 6 часов вечера. Посмотрим, что она скажет о перспективе дальнейшего повышения процентных ставок, может быть, запуска программы стимулирования экономики. Прошлое заседание декабря она выглядела весьма испуганно, когда объявила о повышении процентных ставок. Поэтому особенно американский доллар не стал расти по факту. Посмотрим, насколько испуганно будет выглядеть она в этот раз. Ну и, собственно, единственное, что еще остается из важных новостей, это в пятницу. Промпроизводство и валовый внутренний продукт Евросоюза ждут хуже, чем предыдущий. Ну, единственное, что промпроизводство вот здесь вот месяц к месяцу. Но в свете провального отчета по Германии сегодня ждать что-то хорошее, скажем, по этим показателям я бы не стал бы. Ну, собственно, все, розничные продажи по США, и уходим с фундаментума и переходим непосредственно к графику. Переходим к графикам технического анализа текущей ситуации. Значит, евро-доллар традиционно. Техническая ситуация выглядит таким образом, что неделя это простояла, и по всей видимости, не исключая вероятность того, что эта неделя таким доджиком и закончится. То есть, если вы внимательно посмотрите, как правило, если цена выходит из какой-то консолидации, например, это было здесь, вот он прорыв, была попытка и отката, и возобновления роста, но в итоге неделя закрылась посередине. То есть, вот, выход из консолидации как бы предполагает оценка ситуации, насколько это было актуальным, этот пробой.
Поэтому торговля будет в узком рейнже, скажем, на недельном графике, но с потенциальным входом, конечно, наверх, потому что была 9-летняя консолидация, которая пробилась наверх, и плюс еще пробитие нисходящей линии тренда. Но в то же время посмотрите, какой красивый зигзаг здесь образовался. То есть, если рынок не возобновит свой рост и не пробьет верхнюю опорную точку, возобновит свое падение с текущих уровней вниз, то пробитие уровня 1.07 будет знаменовать продолжение этой тенденции вниз. Так что вот это в долгосрочной перспективе. Но в текущем моменте, конечно, после такого пробоя рынок будет искать возможность, конечно, покупать. Ну вот дневной график есть, есть канал, целью этого движения верхняя граница канала, посмотрите, выход из консолидации, вот этой вот прорыв произошел, отметка себя реализовала, в принципе она уже стала неактуальной, но вот эта вот разметка снизу, она остается, если в случае, если цена, желательно при этом не достигнув своего целевого значения верхней границы канала вот, в коррекционном откате, возобновила свое падение. Вот тогда это будет очень хорошим сигналом для падения вниз при пробое данной опорной точки, ибо будет отработан зигзаг. Ну, посмотрите, чтобы вам была понятна моя в плане ситуация, то, что я рассказываю. Вот будет один в один ситуация здесь. То есть зигзагообразная коррекция, отработка пробития опорной точки и какая произошла реализация этого сигнала. То есть хороший ход и вот прямо такой провал. В принципе, здесь тоже, если это все-таки зигзаг, коррекция пробития опорной точки вызовет вот такое падение евро против американского доллара. Вот, собственно говоря, предполагаю, что вот такая, такое событие, оно очень вероятно. Но пока что консолидация, особого движения как бы здесь ожидать не приходится, как я полагаю. И мы видим, что был рост вот после выхода из этой вот и консолидации многомесячной. Двухмесячный. И вот был коррекционный откат в виде зигзага. Прекрасная реализация вчера. Вот его отработка. Правда, единственное, что цена не пробила предыдущую вершину. Что может быть являться сигналом тому, что раз это движение вниз и коррекционная попытка возобновления роста оказалась неудачной. Поэтому наблюдаем за текущей ситуацией. И, конечно, сохраняется шанс на пробитие предыдущей вершины в связи с тем, что рынок вышел из нисходящего канала. Но в то же время не забывайте, что если цена все-таки не пробьет данную вершину, из текущих уровней свалится вниз и пробьет предыдущую впадину, это будет сигналом к какому-то некому такому развороту в долгосрочной перспективе. Сейчас она вернулась в середину канала, что-либо здесь прогнозировать я бы не стал бы, то есть все-таки настроение все-таки сохраняется наверх, но текущая ситуация, видите, идет коррекционное движение вниз. Поэтому, как только коррекция вниз завершается, ищем возможность покупать, но в то же время не игнорируем те сигналы, которые рынок будет подавать и при движении вниз. Ну, например, вот была разметка вот этого падения, вот только что была обновлена впадина, вот, пожалуйста, характер движения в канале. Рынок попытался ускорить это падение. Коррекционный откат оказался неудачным. Цена не дошла до верхней границы канала. Возобновила падение. Вот, пожалуйста, обновление впадины. Вот до этого обновления впадины была хорошая разметка на покупку при условии, если бы цена пробила этот канал и ушла наверх. Но мы видим, что это уже не актуально. Соответственно, уходит эта разметка. Сейчас в данной ситуации были пробиты локальные впадины. И, но в то же время рынок как бы поддержан наверх. Говорить в долгосрочной перспективе для дальнейшего движения я бы сейчас не стал. Единственное, что вот ловим пятиминутки, торгуем в этих вот маленьких таймфреймах, коррекционные откаты в виде зигзага. Сейчас, честно говоря, не вижу никаких перспектив ни для роста, ни для падения в текущей ситуации. Это у нас евро-доллар. Пока вне рынка. Британец. А вот британец в связи с тем, что сейчас ожидается выход новостей, в принципе, можно будет попытаться вот в этой ситуации воспользоваться. Да? Недельный график. Вот коррекционный откат оказался не очень удачным с целью пробития предыдущей впадины. Рынок там не задержался и произошло движение вниз. Нисходящая тенденция не поломалась. Воспринимаем данное движение как коррекционный откат. Может быть, будет такую коррекцию, но посмотрите, на недельном графике, чтобы дождаться такой коррекции, в принципе, это нужно просто гигантское время. Да, вот было движение вниз, коррекционные откаты были, но, как правило, посмотрите, они не формировали зигзагообразные коррекции. Поэтому
В любой момент, в принципе, может цена продолжить свое падение. Лучше всего наблюдать это на дневном графике. Вот на дневном графике картина уже более такая, более осознанная. Посмотрите, идет движение вниз, но характер движения вниз. Коррекционные откаты явно трехволновые структуры. Сейчас был провал, пробитие предыдущей впадины, рынок наверху не задержался. Если цена вот при возобновлении роста не пробьет предыдущую впадину, возобновит свое падение вниз, есть разметка для продажи. Вспоминаем вот эти вот разметки, которые себя прекрасно реализовали, начиная с августа месяца. Вот здесь было 5 или 6 разметок. Прекрасно себя реализовали, поэтому, в принципе, можно будет ждать и здесь. Текущая ситуация с нисходящее движение вниз. Соответственно, на часовых графиках вот она, эта тенденция, посмотрите. И эти разметки, в принципе, неплохо себя здесь отрабатывали. Вот была разметка пробита, сигнал продажи, зигзагообразной коррекции. Вот буквально сейчас формируется этот сигнал. И почему я говорю, что на новостях, в принципе, можно будет воспользоваться, если вдруг рынок возобновит свое падение, есть разметка для продажи. Тем более, что здесь была попытка ускорения движения вниз, и цена при этом коррекционном движении, цена верхней границы канала не достигла. Если она возобновит свое падение вниз при пробое полной точки, в принципе, можно будет искать возможность для продаж с целью обновления предыдущей впадины, как это было вот в предыдущей ситуации. Буду ждать эту ситуацию, буду искать возможность для продажи, вход для продажи. Это у нас британец. Далее, российский рубль. Российский рубль сегодня открылся с гэпом, достаточно серьезным гэпом. Вот дневной график, но весь этот гэп оказался закрытым. Но в то же время недельный график мне говорит о том, что продолжается тенденция наверх в рамках завершения вот этой разметки. Либо это уже окончательно пятая, но характер движения цены... Я предполагаю по характеру движения цены, что все-таки коррекция, то есть тенденция наверх продолжится в рамках другой разметки. То есть если мне разметка здесь была 1, 2, 3, 4, 5, то вот здесь вот эта разметка, предполагая ускоряющееся движение наверх, обновление предыдущей вершины, то все-таки разметку я немножко изменил. Хотя, конечно, старую разметку я оставил в памяти, то есть, ну вот 1, 2, 3, 4, 5. Причем попытка должна быть, я считаю, как бы обязательно случиться, но... Масштабы его будут небольшие перед таким вот падением вниз. Но попытка, по идее, может случиться в ближайшее время. Дневной график вот как раз подтверждает мою идею о том, что все-таки А, Б, С завершилось выход из канала. То есть вот смотрим вот эту разметку. Четвертый канал вот этот вот сформировался. Есть первая, вторая разметка развития третьего канала, то есть третьей импульсной волны. Соответственно, вот с текущих уровней жду все-таки продолжения тенденции наверх. Входить в рынок в текущем моменте, ну что ж, единственное, значит, практически с любого уровня на дневной разметке с постановкой стопа ниже предыдущей впадины. Ну, тогда, понимая такую ситуацию, понятно, что часовые графики вылавливаем коррекционные откаты, и как только коррекция завершается, возобновляется рост, вот коррекция завершается, возобновляется рост, покупаем с постановкой стопа ниже предыдущей. Все, это рубль. Дальше смотрим. Канадец. Канадский доллар, недельный график продолжает свое снижение в рамках восходящей тенденции. Воспринимается это как коррекционный откат. Значимый уровень будет не этот, а извините, предыдущая впадина. Характеризующий это коррекционное движение данного импульса, это опять коррекция. Дневной график более актуален, более интересен. С точки зрения характера движения цены. Вот была попытка ускорения тенденции. Здесь было пробито предыдущее впадение, но опять же ключевой уровень находится на уровне 1.28. Все, что касается, все, что находится выше, это коррекция перед дальнейшим ростом наверх. Сейчас надо просто ждать, когда будет сформирована более такая интересная картинка для роста. Опорные точки есть. Вспоминаем предыдущее движение. Вот, как казалось бы, не очень значительное движение без явных выраженных сигналов или, скажем, моделей. Но, тем не менее, разметка себя неплохо реализовала. Было ложное пробитие предыдущей впадины, двойной наезд. Но опорная точка была сформирована. Пробитие ее — сигнал для роста. Здесь то же самое, ждем такое же развитие событий. Либо цена с текущих уровней возобновит свой рост, пробитие сигнала, пробитие опорной точки бая, либо цена может еще раз сформировать, ну, может быть, двойную впадину, как это было здесь.
Ну, в это время, в это, канадец любит подобного рода структуру, это было вот здесь, вот здесь. Вот. И, соответственно, здесь можно ждать такого же рода движения. И потом уже в дальнейшем вот такой разворот. Поэтому сейчас тоже вне рынка, но жду от момента для входа в рынок, для дальнейшего роста. Это канадец, поэтому, скажем, 4-часовки, часовые графики сейчас рассматривать смысла нету. Тенденция вниз сохраняется. И вот, кстати, есть опорная точка. Можно попробовать встать в продажу при пробитии вот локальной впадины. Вот. Но хочу предупредить, что это будет против основной тенденции. Плюс еще замедление тенденции. Явно цена не достигла цели. Произошел выход из нисходящего канала. Насколько актуальный будет сигнал вниз, мне сложно сказать. Лучше всего, конечно, когда рынок с этих уровней свалится вот до этой опорной точки. То есть вот если ее пробьет с текущей уровней, тогда это возобновление падения вниз. Здесь же текущая ситуация, я бы здесь, наверное, бы постерегся открывать позиции. Поэтому сейчас вне рынка, хотя тенденция не сохраняется, ну вот только вот после пробития данной опорной точки. Это что касается канадца. Смотрим швейцарский франк. В долгосрочной перспективе тенденция не сохраняется, цена вышла из восходящего канала, целью падения является предыдущая впадина. Пробитие предыдущей вершины не произошло, хотя я очень весьма позитивно смотрел на это движение, но вот бывают такие моменты. Рынок возобновил падение, на этой неделе пробил предыдущую впадину, прошлой неделе, вот цель — это предыдущая впадина. Соответственно, цели на дневном графике определены, вот опорная точка были пробиты, посмотрите, прекрасно идет реализация их. И сейчас тоже единственное осталось последнее, вот предыдущая впадина, которая будет ознаменовать, если произойдет пробитие, разворот этого подъема в обратную сторону. Будет сигнал, но это не значит, что прямо сейчас надо будет вставать после пробития этого уровня. Просто надо будет построить канал, который будет являться направлением движения цены. Соответственно, в этом канале отскоки возможны к верхней границе, уже здесь мы будем вставать вниз. Желательно, чтобы при этом отскоке, если этот канал сформируется, пока его строить нельзя, потому что предыдущая впадина не пробита. Ну, понятно, коррекционный откат и возобновление падения вниз. Сейчас идет давление вниз по швейцарцу. Соответственно, краткосрочно можно искать возможность для продаж. Посмотрите, был коррекционный откат, и вот был хороший провал, трехволновая структура, пробитие опорной точки, сигнал вниз. Здесь была раскорреляция, но в то же время первая, вторая, третья внутри этого коррекционного подъема образовалась опять опорная точка с пробитием предыдущих впадин. Первая, вторая, третья, зигзаг. Вот. Но сейчас рынок не дает такой возможности, но может быть здесь где-то как-то что-то сформируется, пока же сигнала здесь нету для падения. Поэтому ждем более такого внятного коррекционного похода наверх предыдущей вершине. При этом, если пробитие предыдущей вершины не состоится, возобновится падение, где-то здесь ищем возможность для продаж. При этом будет все зависеть, точка входа будет обозначена тогда, когда будет сформирован вот этот коррекционный подъем. Может быть, уже вот эта вот опорная точка будет являться целевым значением для входа в рынок. Сложно сказать, пока что здесь тоже вне рынка. Но краткосрочная тенденция не сохраняется. Вот на часовых графиках подобного рода события я лично ожидаю. Дальше, так, новозеландский доллар все-таки поехал вниз, вчера не удержался, то есть была попытка скорректировать подъем, но недельный график, идет небольшой такой намек на отбой от верхней границы, но пока еще оно не выраженное, смотрим часовой, дневной график, извините, вот он, была попытка вот такой вот, ну, в данном случае это уже подгонка будет. Вот. Была попытка задержаться выше пробитого тренда. Вот. Ну вот, посмотрим. Пока что отскок слабый. Все говорит за позитивное такое вот настроение наверх. Тем более краткосрочно явно идет ускорение. Поэтому, если цена с текущих уровней здесь остановится, возобновит свой рост, на часах можно попытаться купить, встать наверх. Но в то же время не забываем, что если все-таки это будет неудачная попытка, разметка для продажи есть. Вот она, первая, вторая, третья, пробой и опорные точки, сигнал для входа в рынок. Часовой график. Вот я сделал разметки. Посмотрите, вот она, та самая ускоряющаяся тенденция. Канал здесь выраженный наверх, попытка ускорения. Соответственно, если это коррекционный откат, кстати, вчера вот опорная точка была, неплохо себя реализовала, вот оно движение. И в то же время здесь формировались вот эти самые пресловутые три индейца.
сигналы для входа в рынок, отработки этой модели. Кстати, здесь ускорение, цена не дошла до линии поддержки. Есть структуры, то есть опорные точки, пробития которых сигнал для входа в рынок. В то же время подтверждение здесь в виде трех индейцев. Так что если цена с текущих уровней возобновит свой рост, буду искать возможность для покупки с целью обновления предыдущей вершины. Вот они, эти опорные точки. Это убираем, она уже не актуальна. Она отлично себя реализовала краткосрочно. Вот она, эта модель. Значит, ближайшее пробитие опорной точки зигзагообразной коррекции. И, ну, может быть, и этой тоже. Здесь можно будет добавляться. Это вот отработки модели, три маленьких индейца. Если цена с текущих уровней возобновит свой рост, пробой предыдущих вершин будет сигнал для входа в рынок наверх. С другой стороны, альтернатива, конечно же, если цена все-таки, не пробив предыдущую вот эту вот вершину с этих уровней, возобновит свое падение, но это уже более долгосрочная перспектива, то тогда вход в рынок при пробое данной опорной точки. Все будет зависеть от того, как рынок возобновит свой рост и будет ли пробита предыдущая вершина. Это у нас новозеландский доллар. Далее смотрим японская иена. Японская иена возобновила свое падение на недельном графике. Наконец она достигла своего целевого значения, копейка в копейку, подтвердив настроение о том, что рынок все-таки тенденцию, похоже, выбрал. Грозит нам разворотом, глобальным разворотом тенденции в обратную сторону. Но пока что не надо рассматривать как глобальный разворот. Почему? Потому что вот был последний импульс пятой волны. Это всего лишь пока что коррекция, то есть это разворот вот данной тенденции, то есть пятой волны. То есть не исключая вероятность того, что вот эта тенденция может вернуться к уровню консолидации, откуда, собственно говоря, пошел рост. Вот это первая цель при этом развороте. Ну а в дальнейшем надо будет наблюдать, как цена будет вести при подходе к этим зонам консолидации. Но пока что настроение вниз, собственно говоря, я этого и ждал, и все время об этом говорил. На дневном графике прекрасно себе реализовали разметки, но теперь они уже не актуальны, потому что после обновления впадин обычно происходит коррекционный подъем. Насколько он будет сильным, сказать сложно, но вот теперь уже понятна вся полностью структура. То есть вот он канал, явно выражен канал, но в то же время не забываем про эту разметку, но она уходит в перспективу дальнейшую. Если вдруг, внезапно, вдруг что-то случится и цена пробьет эту вершину, то тогда вот ждем такого развития событий. Но пока что все говорит за то, что тенденция это наконец-то себя полностью реализовала, и ищем возможность, естественно, для дальнейшего снижения вниз. Это дневной недельная иена, соответственно, часовые графики. Прекрасно. Наконец-то японская иена начала осознанно отрабатывать мои структуры. Пробой опорной точки, пробой опорной точки. Посмотрите, какая отличная реализация. Соответственно, коррекционный откат. Этот коррекционный откат может быть и повыше, в связи с тем, что для него важным уровнем будет являться предыдущая вершина. Соответственно, любой подъем к нему это является коррекцией. Дождаться надо структуры, как я вот ее называю. То есть желательно, чтобы она имела трехволновую структуру. Если возобновится падение вниз без пробоя предыдущей вершины, открываем позицию в продажу. Надеюсь, это понятно. Так что сейчас вот такой момент ждем. Не упускаем возможности торговать по тенденции. Ну и пятиминутки сложно сказать. Просто вот часовой график пока позитивен для роста. Но если кто экстремально любит торговать, посмотрите, здесь вот есть вот эти самые при откате. Вот, если будет более глубокая коррекция вниз, но при этом возобновится рост, есть уже опорная точка. Вот была некая опорная точка, правда кривая, но тем не менее реализация ее прошла. То есть главная идея, пожалуйста, почему работают эти моменты, эти структуры? Вот тенденция наверх. Вот есть, конечно, вероятность того, что может произойти обвал, если цена, не пробив предыдущую вершину, пробьет предыдущую впадину, но тогда сигналом для входа в рынок будет пробитие данной опорной точки. С другой стороны, тенденция наверх сохраняется, не надо себе ничего придумывать. Эта тенденция продолжается до тех пор, пока предыдущая впадина не пробит вот эту вот впадину. Тем более, что здесь есть небольшая попытка ускорения тенденции. Вот он канал. Вот идет возврат канал, и, соответственно, цена вряд ли, наверное, достигнет линии поддержки, потому что вот была попытка и сразу же ушла наверх. Вот такого развития событий можно ждать и здесь, вот для дальнейшего роста. Но это пятиминутный график, честно говоря, особенно рассматривать не хочется в свете дневного графика, который выглядит более презентабельно, более красиво. Тенденция выраженная. Ну что ж,
торгуем по тенденции. Все, тут вот она тенденция, вот он канал, цели достигнуты. Работаем вот в этом канале. Если все-таки цена выйдет из этого канала, вспоминаем про дневной канал, который более масштабный, вот он. И уже на дневном графике опять ищем возможность для продаж. Пятиминутки можно искать только тогда, когда вы, если вот внутри этой коррекции, то есть если ожидаете коррекционный подъем, там цели пятиминутки незначительные. Японская иена, золото. Золото продолжает меня радовать, но сейчас пока коррекция. Вот видите, у меня была открыта позиция по золоту. Недельный график позитивен, потому что пробили предыдущую вершину. Впервые за все время вот такое вот движение вниз произошло. После пробития предыдущей впадины рынок пробил предыдущую вершину. Что характеризует то, что коррекция, по всей видимости, будет более высокая предыдущим вершинам вот здесь вот. И в принципе уже может быть в развитии вот это вот сценарий разворота тенденции. Наблюдаем позитивно все для роста, да, несмотря на то, что здесь сопротивление, но как мы видим, что-то как-то отскоки не очень сильные, да, соответственно ищем возможность для покупок. Вот часовой график, посмотрите, прекрасная реализация всех моделей, которые здесь были, структуры, вот они, отработка здесь, здесь, здесь отработано, здесь модель отработана, здесь вообще идеально было все. Ну, единственное, вот здесь вот была небольшая такая вот разнобой, то есть расширяющаяся формация, но потом рынок одумался и вот пошел такой вот рост. Вот они, эти структуры, есть сигналы, есть разметки. Для вниз пока что не рассматриваю тенденцию, потому что даже если цена провалится вниз, все равно это возможность для дальнейших покупок. Вот единственное, что осталось, двигать трейлинг. И последняя валютная пара, новозеландский, австралийский доллар. Австралийский доллар пошел по тенденции вниз, не удержавшись выше уровня пробития на прошлой неделе. Сейчас решается вопрос, насколько сильным будет отскок от верхней границы канала. Лучше всего за этим наблюдать на дневном графике. Да, достаточно динамичный пинок получил австралиец для дальнейшего падения вниз. Посмотрите, день вроде как закрылся наверху в этом канале, но вот риск разворота этой коррекции усиливается, тем более, что рынок вышел из восходящего канала, не попытавшись даже сделать маленькую попытку ускорения, тем более сигнал здесь для этого был. Цена вышла из коррекции вот этой, из этого канала. Теперь, ну, пока предыдущая впадина не пробита, она остается актуальным, потому что рынок может просто расширить этот канал. Но сейчас, если цена пробивает предыдущие впадины, вот эти вот разметки, то в принципе можно будет пытаться продавать. А тем более, что в принципе для такого движения это небольшой стоп перед, да, перед потенциалом для движения вниз. Тем более, что здесь был такой сигнал, вот он, пробой предыдущей впадины. Это коррекция от этого движения вниз, пробитие не произошло. Соответственно, неплохой сигнал для дальнейшего падения. Вот была реализация вчера, трехволновая структура, посмотрите, рынок даже не попытался хотя бы изобразить отскок, вышел из канала, остается актуальным движение вниз. Вот он был сигнал хороший в продажу, ну и соответственно коррекция трехволновая, ждем сигнал для продажи и встаем вниз. Собственно все, отвечаю на вашу, нефть, извините, нефть, да, так, нефть, конечно же нефть, так, а это мне не тот счет. Да, по-моему, это не тот счет. Сейчас я гляну. Так, это у меня ECN счет. Да, вот этот ECN счет, я его открыл для того, чтобы 19 февраля, как бы находиться в равных с вами условиях, попытаться поработать, отработать скальпинг, который был заявлен 19 февраля. Вот я его вчера завел, этот торговый счет. Вот. Это что еще за минус $100? Это предыдущая моя попытка завести средства, не получились. Так вот, $1000, итог вчерашнего дня, первый же день 32% зафиксирована прибыль. И плюс еще золото $37 несет мне прибыль, в итоге средств 1359. Вот, вот такая вот, такой результат. Так, ну что, дальше смотрим, да, нефть, а здесь, по-моему, нефти у меня нету, не открывается здесь. На ECN счетах нет возможности смотреть нефть, тогда придется мне открыть другой счет торговый. Так, где он тут, подключить к торговому счету, да, вот он. Так, ну что ж, смотрим нефть.
Так, нефть. Так, здесь не. А, канадец. Вот она, нефть. Смотрим нефть. Смотрим долгосрочную перспективу по нефти. Недельный график здесь у нас. Технически смотрит однозначно вниз. Посмотрите, пожалуйста. Вот он, этот канал. Обновлена впадина. Соответственно, строим канал как целевое значение вот этого падения. Пока что признаков разворота наверх нету. Просто единственное, что краткосрочно, здесь вот видите, 2 недели была коррекция. Вот. И в этой коррекции, если посмотреть более внимательно на 4-часовом графике, вот, посмотрите, пожалуйста. Вот он, коррекционный откат пока еще не завершился. Хотя выглядит он как зигзагообразная коррекция от основного падения. Уровень, с которого началось новое движение с пробитием предыдущей впадины. Соответственно, это движение воспринимаем как коррекционный откат. Ну, вот здесь это также было. Цена постояла, сформировала разворотную модель и поехала вниз. Здесь цена была, попыталась пробить предыдущую вершину, оказалась пока попытка неудачная, но в то же время предыдущая впадина еще не пробита. Поэтому говорить о том, что здесь будет разворот вниз и прям цена с текущих уровней свалится вниз, говорить не стоит. С другой стороны, явно выраженная зигзагообразная коррекция и канал, которым цена двигалась наверх, этот канал стал неактуален. Сейчас решается вопрос. Здесь идет консолидация, верхний пробит, цена предыдущей впадины не достигнута. Какой сигнал возобновится? Либо пробой предыдущей впадины, как тогда мы строим сразу канал, в котором бы вот здесь вот двигалась цена. Вот оно. Тогда мы рассматриваем, что здесь, возможно, начинается новый импульс вниз, как это вот здесь вот было. То есть вы поймите, что вспоминаем правила формирования тенденции его разворота. То есть тенденция сохраняется до тех пор, пока нет признаков разворота тенденции. Здесь только некий сигнал появился на разворот тенденции вниз. Вот. Но теперь надо ждать подтверждения пробития предыдущей впадины. Пока что мы не видим, что рынок не очень старается это сделать, консолидируется. Поэтому есть риск и роста такого серьезного, и в то же время техническое обоснование для разворота этой коррекции, об окончании и возобновлении падения вниз. Все-таки я рассматриваю больше интерес для падения. Почему? Потому что тенденция уж выражена, слишком выраженная. Да, вот. То есть это была вот тоже сигнал вроде как на разворот тенденции вниз, но посмотрите, была еще одна попытка наката наверх. Вот, не, правда, взята не была. И вот как только цена пробила предыдущую впадину, сигнал окончания коррекции и возобновления падения вниз. Вот такого рода консолидацию я ожидаю. И вот сейчас пока что, ну скажем так, все-таки я склонен к большему, больше к падению нефти, нежели чем к росту. Просто надо дождаться, когда возникнет сигнал для продажи. Для продажи сигнал это будет пробитие в данной опорной точке А, Б, С. Здесь пока что ничего делать желания нету. Единственное, что можно краткосрочно, если кто торгует по нефти, вот, перейти на часовой график и отрабатывать вот эти тренды, небольшие тренды. Вниз тренд, наверх, то есть ждать вот в этих движениях вот эти трехволновые структуры. В принципе, они неплохо себя реализовывают, но в то же время надо понимать, что движение и потенциал хода для них будет маленький. Ну, это что касается нефти. Теперь ваши вопросы, мои ответы. Так, ваши вопросы. Привет, Рафаэль, Уфе. Здравствуйте еще раз. Фунт был. Фунт повторить. Хорошо. Так, у меня еще время есть, да? Есть пару минут. Я сейчас повторю по фунту. Вопрос, после 5 волн наверх, может быть наверх 6-7 волна или должна цена пойти вниз? Рафаэль, ну чтобы подобного рода вопросы не задавать, пожалуйста, еще раз, первый источник. Лучше всего об этой 5-волновой структуре, 3-волновом коррекционном откате, смотрите, пожалуйста, первый источник. Либо это Роберт Балан, волновые разметки для Форекса, либо самого Элиота. Импульсное движение всегда состоит из 3 волн. Тенденция состоит из 5 волн. Даже, казалось бы, здесь множество волн. В данном случае здесь есть понятие как удлинение различных волн. То есть, на самом деле, если это импульс, то в нем должно быть в любом случае 5 волн. Может быть такая разметка. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая волна. И только потом разворот. Вот эти мелкие колебания, они
формируют внутреннюю структуру каждого импульса. То есть, вот если это первая, вторая, третья волна, то вот в этой третьей волне тоже есть свои импульсные движения и коррекционные откаты. Там первая, вторая, где-то здесь третья, четвертая, пятая волна. Поэтому сейчас это не тема для разговора. Это тема моего этого разговора в моих семинарах в 3 часа. Если вам это интересно, давайте поговорим об этом на этих семинарах. Сейчас идет обзор текущей ситуации. А коррекционная волна всегда состоит из трех волн. Единственное, что бывает усложненные коррекционные движения, но это уже, как опять же, первоисточник. Пожалуйста, туда, вот, австралиец, подскажите, все ли я правильно сделал. Вчера по фунту на 5 минутках 18.00. Давайте посмотрим опять. Раз фунт, все так хотят, ну давайте по поводу фунта. Так. Давайте посмотрим фунт. Так, фунт. Так, вчера 5-минутный график. Давайте... вчера 5-минутный график. Вот он. Так, хорошо. Что здесь на 5-минутном графике? На 5 минутку 18.00. Вот 18.00, да. Была пробита опорная точка. Я зашел в продажу. А, вижу, да, вот она. Нет, как 18.00? Где была пробита? А, ну если где-то внутренне, да? Внутренне, да, была продажа, да. Я зашел в продажу, цена немного прошла в мою сторону, затем разденулась, снесла стоп. Может, я чего-то упустил? Нет, вы ничего не упустили. Все дело в том, что в этом движении, которое мы здесь наблюдали вот до этого подъема, тенденция вниз как бы сохранялась. И в этом коррекционном откате все, что касалось до этого подъема, вот здесь вот, любое движение к нему, в краткосрочном периоде вот для этой тенденции, любой подъем, он сопровождался коррекционным откатом. И, как я уже говорил, желательно, чтобы коррекционный откат имел выраженную трехволновую ABC, зигзагообразную коррекцию. Как это было, скажем, вот здесь. Ну и, может быть, здесь можно было бы придраться. Здесь тоже была попытка сформирования коррекционного отката, но здесь разметка оказалась, вот пробитие предыдущей вершины не состоялось. Рынок пошел вниз и пробил опорную точку. Да, я здесь бы тоже вставал бы, кстати. Вниз вставал бы по одной простой причине. Очень близко расположен стоп-лосс. И тем более, что были пробиты важные уровни, что предполагало, как я считаю, ускоряющееся движение вниз. Ну, это было видно, что вот ускорение. Но бывают такие моменты. Все было правильно сделано. Стоп-лосс надо было обязательно здесь ставить. И надо было здесь даже, если бы здесь сработал стоп-лосс, то понятно, что вот она трехволновая структура наверх в рамках коррекции наверх. В принципе, здесь можно было покупать при пробитии срабатывания стопа в обратную сторону. То есть надо смотреть и обратную сторону. То есть вы даже всегда, я же все время говорю, необходимо смотреть альтернативу. То есть если цена продолжает тенденцию, основное направление движения вниз, открываем позицию в продаже с обязательной постановкой стопа выше предыдущей. С другой стороны, если цена при этом движении вниз не пробивает предыдущую впадину, но при этом идет яркое формирование трехволновой структуры, то это может быть сигналом для более высокой коррекции наверх. Собственно говоря, здесь она себе так она реализовала. В то же время, вот до сегодняшнего вот этого подъема наверх, также была трехволновая структура. Вход в рынок с этого падения надо было открывать позицию здесь. Но здесь мы бы этот сигнал бы не дождались. Я сам бы здесь открывал бы без всяких... Стоп бы, конечно, сработал. Ну что ж тут делать? Здесь вот таково развитие, такое движение. Все было правильно сделано, это уже, как говорится, статистика, которая иногда возникает, отрицательные результаты. Дневной график сохраняется, то есть если с текущего уровня цена не обновит предыдущие вершины, хорошо бы опять продать при пробитии данной вот опорной точки. Вот. Сейчас я бы не сказал, что прям рынок куда-то двигается, развивается. Но вот здесь вот ярко, вот он канал часовой, посмотрите, вот он уже есть, разметка готова, то есть текущих уровней возобновления падения, желательно, чтобы, вот он трехволновая структура, желательно, чтобы пробития не было предыдущей вершины. Вчера вот, пожалуйста, была вот разметка, которая неплохо здесь себя реализовала, это на часах. Но на 5 минутке вы попытались в самом низу здесь встать вниз, вот это вот проблема 5 минуток, кстати. Вот. Поэтому предпочтительно, конечно, торговать на более старших таймфреймах. Ну, собственно, все. На этом я завершаю свой семинар. Спасибо всем, кто был со мной. Встречаемся с вами, кому интересно, в 3 часа дня.
на моем семинаре занятие номер 2 по базовым принципам, ну и ежедневно 12 часов дня. С вами был Газизов Марат, желаем вам всем удачи, берегите себя, свои деньги, встречаемся с вами в 3 часа дня сегодня и в 12 часов завтра. Всего хорошего, до свидания.